Итак, ребят, привет всем, кто сегодня смотрел видео уже про Фиолент, про мыс Фиолент, который я снимал, с его лазурной водой, прозрачной, с множеством людей, которые там отдыхают, туристов, катера. В общем, прекрасная погода, солнце, море, просто супер. Ребят, кто не видел, пожалуйста, вот здесь ссылочка, пожалуйста, нажимайте и смотрите. Сейчас мы с вами едем опять на Мангуб, и уже при хорошей погоде, с хорошей камерой, мы будем снимать с вами классный видеоконтент уже по Мангуб-Кале. Дорога, небольшие дорожки вокруг, непосредственно, ну не вокруг, а вдоль дороги автомобильной, чтобы можно было посмотреть, как там все происходит, можно ли там реально прогуляться. И в конце концов уже подъедем, наверное, к самому озеру и будем это озеро уже тоже с вами смотреть. Поэтому, ребят, давайте едем со мной. В конце этого ролика выбирайте непосредственно уже видеоролик с новым видео о Мангубе. И ну, вперед, поехали, друзья, поехали.